А перед просмотром этого видеоролика хочу передать привет Джейку Бейкеру с Adventure of Pace Chocolate, Лиану Томпсону с Adventure of Pace Chocolate и Роману Кириллову с Adventure of Pace Red. А если вы хотите, чтобы я также передал привет именно вам, то пишите комментарий «Туркин, передай привет с указанием своего ника и сервера, на котором вы играете». И я обязательно его передам. А мы переходим к просмотру этого видео. Всем привет, с вами Магнус и Туркин Экс. Всем здорово, ребята. Сегодня у нас эпичная серия. Сегодня мы будем внедряться в банду и ловить наркодилеров, правильно? Да, мы, короче, приедем на респун на какой-нибудь банды, будем просить, чтобы нам продали наркотики. И как только найдется наркоторговец, мы попросим там куда-нибудь отойти. А на самом деле просто достанем дубинки и повяжем его. Будет, мне кажется, очень круто, и отправим его просто гнить в тюрягу. Он Микки мне кинул приглаз. Приглаз куда? Шухер мусора. Да? Кто говорит? Валим. Микки испалил нас. Да? Угу. Как? Меня сейчас сольет. ФБР на респект, он флудит. Вол, бежим. У меня лоу хп, отвечаю. Я вижу. Давай. Я сейчас на машины сяду. Вижу. У тебя маски есть? О! Нет! Он еще из... Один читер пролетел, другой с этим... Со спидхагом, короче. Все, меня слили. Меня тоже. Че, на второй заход пойдем? Ааа, ну только не в ту банд. ФБР на респе зафлудил. Блин, круто. Мусор, вот он. Да, вижу, я его. Нет, ребят, ну прикольно, в принципе, получилось, да? Вообще четко. А как он нас полил-то? А, он по файду, наверное, определил. Может быть. Ладно, давай, короче, значит, сейчас... Че, берем другую форму и на другую банду, да, идем? Да. Ну что ж, ребят, мы подъехали в своем ранчере на базу Балласа. Сейчас будем здесь, короче, пытаться посадить вот этого наркодилера. Почему над нами нет за Баллас? А я не знаю. Во, они сейчас спалят. А что такое-то? Я такой печально расстроился. Во, у них может... Каптур у них идет? У них кап! Да, у них кап! И над ними забалась, говорит. Лол. Жестко. И что делать? Пойдем на кап сгоняем. Нам чё как быдло быть, чисто вот как петушки гетовские. Не, ну... Петушки не петушки, но... Ты сотри это. Сотри, садил! А им отвечаю. Все, я вас слил. А, я не тот играл. Ладно, похуй. Его хотя бы посадил? Нет. Не написано, что нейтрализовал преступника. Сейчас смотри, будет капсить. Капсить будет, наверное, в рации. Ну, сейчас мы и посмотрим. Надо это мне здоровье пополнить. Все дома закрыты. Когда проверка ГН. Это не то, да. Там будет синий. Ты его ник запомнил? О, погоди, вот тут чувак еще какой-то есть. А вот грув еще есть. Пошли до грува. Так мы шу, коптим их или нет? Нет, все уже. Сейчас нас... Кончилось уже. Вон он. Тихо, он стреляет нас. Он готов стрелять. Вижу. Надо. Вижу. Помоги! Помогаю. Я лоу хп! Убегай! Ухожу. Лоу хп. Тоже. Все, я его слил. Нет, не слил. Почти слил. Блин, как я вообще не попадаю, чисто в него стрелял. Все, я его слил. О, еще и преступник. Давай, фоллоп. Фоллоп. Быстрее на грув. Так. Грув стрит. Слил балл. Во. Баг, ты вижу того. Мент переодетый. Не мент. Вот это видишь. Да, вижу. Прикинь, я сдох. Админ.
допрыгал сюда. Да, прикинь, блин. Через сколько кап такой посадил. А он еще и тащер какой-то, походу, типа кап состав. Ага, мы его слили еще. Я побежал в нашу машину. А, ты что, в больнице, да? Да, да, да. Ладно, давай, все, я за тобой, короче, мы вернемся, ребят. Давайте. Да, давай. Вот такая вот крутая серия у нас сегодня, чуваки, получилась. Просто экшона было по самые труселя. Ну как, Магнус, тебе понравилось? Это вообще, это круто. ФБР вообще это самая, наверное, крутая фракция. Я думаю, можешь в СПД пойти тоже, народ пособирать тоже. Да, что-нибудь интересное поснимать. Ну да, а потом обратно вернуться, да, ФБР? Так тебе? Ну да, посмотреть, как в СПД, посмотреть, как в ФБР, потому что... СПД, оно, знаешь, такая, там людей очень много, и поэтому тоже с народом потворить чуть можно. А в ФБР, что круто, можно чат прослушивать, скины менять. Ну, короче, многогранная фракция и очень интересная. Всем советую. Да, мне тоже очень нравится. Да, ребят, ну все, всем спасибо за просмотр, спасибо за то, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Кстати, ребят, если чем больше лайков вы поставите под видео, тем быстрее будут выходить ролики. Так что не затягивайте, не ленитесь, просто ставьте лайк, и ролик быстрее выйдет. Ну а с вами был Магнус и Туркинеск. Всем пока-пока. Goodbye, motherfucker!